поход проходил в рамках проекта, исторического проекта «На коне через века». Это второе мероприятие по проекту и посвящено как раз военным действиям 45-го года с японскими интервентами, чтобы почтить историческую память этого захоронения. В этом году у нас еще будет два мероприятия, два похода. Один будет по следам первопроходцев, и на нашей территории будет инсценировка, постановка какой-нибудь битвы.